Так, ребят. Сейчас будем приводить в порядок сидения. Какую машину мы привезли? Честно скажу, что вот такую вот машину мы привезли. Так, вот так выглядит эта машина. Шокирующе, да? Но мы взяли. Мы взяли, потому что... Ну, потому что вот та машина... Вот эта машина тоже такая же была. На ней слезшая была краска. Буду сейчас этим заниматься, ну, потом как бы покрашу. То есть, сейчас, по крайней мере, она защищена от всякой бяки. То есть, будет это защищена, все нормально будет. Давайте посмотрим, что внутри. Я просто покажу, да, в чем проблема. Ну, проблема в основном, конечно, жуткой потертости вот сидений. Вот здесь вот грязюга. Да. Вот эта сидушка вроде живая, вот эти спинки живые. Но вот там вот какой-то клей наблеван или что это такое, не знаю. Ну, то есть, как бы, я думаю, что мы это все отсюда. Но здесь это вот целая, вот она, не знаю, что это такое. Можно будет снять, попробовать почистить. То есть... Ну, самое. Кожа. Кожа, рожа. Патрулевые переключатели. Круиз. Автомат. Интересный, кстати, автомат. Вон там такая клавиша. Все, в принципе, то же самое. Климат. Цветной дисплей. Цветной дисплей. Здесь вот подлокотничек с розеточкой. Тоже все круто. Вот эту хуйню надо отсюда убрать. Что это такое, хуй его знает. Ну вот, чехол в говно, в хлам. Этот тоже в хлам. Ну, я шил уже такой чехол для машины, для такой же. Только для механики. Ну, он такой же. То есть, сделаю его не проблема. Здесь он только по-другому немножко сделан, да? Какой-то универсальный, что ли, не знаю. Но я сделаю нормальный, обычный, на резиночке. И защелкиваться будет. То есть, в принципе, вот такая машинка. Машина интересная, честно скажу. Вот это вот постоянно висящий, это микрофон от кромкой связи. Не знаю, зачем он здесь. Здесь в комплекте всегда входит очешник, который не убирается. Нет, убирается. Так. Ну, то есть, машину... В салоне машины, конечно, вот это, да. Вот эти все... То есть, салон здесь изгажен. В принципе, его можно помыть, почистить, продать, да. Ну, посмотрим. Не думаю, что его кто-нибудь купит. Ну, черт его знает. То есть, что-то компенсируется. Резины здесь нет толком, да. Пойдемте зырить. Я покажу, что, какие еще косяки. Ну, видите, подсветка. Все круто весьма. Не работает генератор. Это я уже выяснил. Резина, состояние резины вот такое. Трещины. Что за резина, хрен его знает. Профиль какой-то. Ретрет. Профиль. HP8 какой-то, блин. Какая-то хуйня. То есть, ну, у него очень интересный профиль. Обратите внимание, он стоит как будто внутри. Как будто покрышка снаружи. Очень странная резина. 225, 45, R17. Мама родная. Вот такая вот хуйня. Ребят, ну, парктроники сзади. 17-е колеса. Все то же самое. Двигатель 2.2. То есть... Основная причина, почему эту машину взяли, потому что она на автомате. И плюс, честно говоря, она не битая. То есть, в общем-то, не битая, не гнилая. Проблемы есть. Есть проблемы. Но они не криминальные. То есть, они не будут влиять на эксплуатацию машины. И проблем, честно говоря, меньше, например, чем вот с серебристым, который до этого вот вон он сзади стоит. Вот этот серебристый.
Ну вот. Его сделали. И эту сделаем. Еще у него очень интересная, короче, штука. Сейчас не могу открыть, он без аккумулятора. Это стекло отдельно открывается наверх. Очень удобно. То есть, эта лагуна, это шедевр. Надо, кстати, ручки тоже, видимо, ему какие-то приобрести придется. Его, видимо, натирали каким-то полиролью. То есть, надо будет поменять ручки все. Так что вот так. Эти поставили. Ну, короче, вот так. Увидите восстановление этой машины. Я думаю, что мы ее быстро остановим. Она реально в хорошем состоянии. Передняя подвеска, задняя подвеска замена. Ремень ГРМ чуть позже. Основная проблема сейчас поменять сидушки, чтобы был приличный салон. Поменять генератор, поменять подвеску. И все. И она пойдет на СТК. То есть она получит СТК, получит все документы местные, да. И я думаю, что ну колеса поменяем, будет ездить. На СТК тоже без колес не пустит. А что я вижу, да? Вот это вот свежекупленное, да. Небольшие повреждения есть вот на боковинах. То есть здесь не кожа, здесь ткань. И видно, что это, видите, не кожаная, к сожалению, да. Ну, не к сожалению, в принципе, кожа была более проблемной. Вот это все надо выщипать, наверное. Мы сейчас будем мыть. Вот такое состояние сидений, да? Это вот купленный замен того, что там было. Сейчас надо будет как-то, каким-то образом все это дело открутить. Мне это лишнее, мне это не нужно. Это пассажирская, это водительская. Пассажирская как-то почему-то все время такой какой-то пострадавший. Ну, вот, сильно. А, нет, водительская, водительская. Вот пассажирская. Ну, нет, тогда. Ну, и чутка. Очень много, видите, вот что еще опасно. Вот, стекла. То есть, надо их отсюда. Сейчас уже все поколол, чутка пальцы. Сейчас будем все это дело, какие-то паучки, блин, в жопу. Так, кто тут на меня нападает? Так, ну что, поехали. Да, сейчас я буду делать из него моющий пылесос. Вперед. Вперед. Как из этого пылесоса сделать моющий? Made in Германия. Смотрите. Реально. Купил какие-то крутые пакеты. Ну, в Чехии такое не проблема. Постоянно всякая фигня покупается германская. Самая дешевая. Ну, хороший качество пакетов. Хороший. Купил случайно. Вот так. То есть главное, чтобы вот тот вот пакет остался на нем. Да, его лучше немножко отряхнуть. Почему? Потому что вот он намок от воды. И не будет пропускать благодаря грязи. Вот как-то так. Пошли за питанием. Сметанием. И нужна щетка какая-нибудь. Так. Ну-с. Давайте. Смотрите как, да? Нормалек.
это вот отсюда грязь. Все. Опять ставим. Чем отличается строительный пылесос от нестроительного? Теперь будем воду собирать. Потому что сейчас я буду мыть вот такой вот химией. Simply Green. Немножко. Так. Почему нужно вымывать все это Simply Green? Потому что иначе вся эта грязь останется внутри, в массе, в теле сиденья, так скажем, да? Вот это вот кожзам, он не протекает, он легко моется. Simply Green его отмывает замечательно. Вот здесь будет основная грязь. Голова. Вот, мы берем, смачиваем. Сидушку. Ну и поехали. Так, ну это водительская. Сейчас я еще намочу. 10 минут будем сушить. Потом, наверное, будем мыть из шланга. Еще. Вот здесь, видите, натерто. Это рядом натерто. Посмотрим сейчас, как будет. Как поведет себя после Simply Green. Не знаю, вот эту мыть, не мыть. Станет ли она розовее. Давайте посмотрим. Замочек. Станет ли он краснее, я не знаю. Так, ну это вот одну сидушку он натер. Здесь, конечно, кусочек бы заменить. Здесь аэрбэк стоит. Так что все это стоит денег. Да, вот здесь вот просто все коричневое. Просто пипец. Кстати, сзади тоже все грязное. Так. Мусор выпылесосить надо. Сейчас мы выпылесошивать мусор из карманов. Да, намочил, ждем. Так, смотрите, намочил, пока темное. Вот так выглядит еще чумазы. Сейчас пойду их намочить. Этот намочил, основной головник. Ну, за подголовником. Пошел я еще намыливать, а потом будем еще водой смывать все это хозяйство и вымывать оттуда грязь. Ну, как-то так. Видите? Вот надо еще промочить. А, вот так вот. Это фиксины здесь есть, да. Ух, кто-то порвал. Вот, черт. Ну, может, подушку старую оставим. Туда придется. Нет, да, старая, блин, с пятнами здесь. Фак. Посмотрим, может быть, пятна отмоются. Пошли мыть дальше. Ну, заднее сиденье там нормальное. Поэтому, может быть, они останутся. Блин, тогда нахера я вообще поменял шило на мыло.
Вот иногда у меня зла не хватает. Посмотрим, там два одинаковых салона. Здесь что-нибудь мы сделаем. Это нормальная абсолютно сидушка. С ней все в порядке. Так, ну видите, вот, вот это мыло надо будет потом вымывать. Оно саморазлагающееся. Так. Да, сейчас буду. Так. Так. Сидушки. Вымачиваем. Вымываем всю грязь. Как хорошие эти ванны, если честно. Реально хорошие. Нравится мне вот этот Альканта. Алькантара. Да, кстати. Будумс. Будумс. Хорошо так сделано. Добротно. Да, кто-то морочится, блин, на заводах шьют качественно так. Я думаю, такой салончик-то хорошо стоил. Машинка, наверное, такая стоила. Зелененькая, зижа. Пошли. Вот уже лучше, здесь пиздец. Вот этот пиздец мы сейчас и будем мыть. Сильно загрязненные поверхности намыливаем бякой и оставляем минут на 15. Я сильно сейчас замешал, пожестче, так скажем. Ну, это ковер синтетический, полностью синтетический. Так, сейчас еще там. Положили, видимо, такие детали мотора, блин, умные. Так. Ну, подголовники остались. Сидушки намочены. Сейчас, ребят, потащил шланг. Сейчас буду еще в этих местах вымывать. Сейчас включу камеру. Все дело промывать. Воды там будет до хера. Так что готовимся. Так, сейчас еще шапки. Ой, подголовники промочить. Промыть.
Давайте попробуем. Так, теперь сливаем все это хозяйство. Пылесос. Давайте смотреть, что внутри. Должно было все слиться. О! Пожалуйста. Фильтр и грязь. Грязная вода. Так вот. Так, сейчас мы ее сольем. Как экологически чисто. Вот так. Ну, в принципе, работает. Высасывает он воду отлично. То есть это к вопросу о том, как делать моющий, высасывающий, так скажем, пылесос. Так. Ну что, попробуем еще пропылесосить. Сейчас вот этот вот промывать будем. Не знаю, попробуй. Ну, чутка насосала здесь. Чутка насосала. Так. Убираем инструмент. Давайте вот на бок маленько, чтобы слить сразу. Нормальный, конечно.
Опа. О, видите, сколько. А мы не горюй. Так. Смотрите, еще намыть. Загрязнение сильное. Ну, там уже получше. Еще неизвестно, правда, что будет, когда я помою. Смою водой все это. То есть надо хорошо промочить все это, чтобы потом было что смывать. Так, ну что, моем. Моем дальше. So mad, there's no control in me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things. Realize something needs change. Cause I know you got me fucked up. Let me show you what's up. Поехали, опять еще одна порция. Там почти тоже грязь. И грязи много. То есть, ну, сидушки, в принципе, вот они уже чистые. Травку надо убрать. Убрал. Нормальные сидушки. Почему я? Потому что забыл пропылесосить это. Прополоскать. Головники. Так. Поехали дальше. Сейчас мне придется их ставить сушиться куда-нибудь туда, сараюшку мою. Так что успеваю. Поехали, короче, доделывать. Потом покажу результат готовый. Как определить, что пылесос моющий? Не только потому, что на нем вот надета такая фигня от брызг, да? Ну вот, на этой штуке выступ такой, как фильтр. Ну и, слушайте, это поплавок. Если он наполняется, он затыкается и выключается. Так что, то есть, и можно высасывать воду. Это порез, это можно затянуть. So bad I'm like, I might grab a bat, I don't know, my wrath, my blood boils over like, oh God, here goes, I lost all feeling from my head to my toes, you said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed, switches how you see things, realize something needs change, cause I know you got me f***ed up, let me show you what's up, cause enough is enough. Поехали.
практически исчезла. Есть маленькие, да? Практически исчезла. Не знаю, короче, я не вижу ничего уже. Мой глаз даже уже не отличает. Сейчас мы это будем отсасывать еще. Вот эту грязь отсасывать. Не знаю, уйдет, не уйдет. Давайте попробуем. Тащим пылесос. Тяжеленький. Значит, уже что-то вода есть. Поехали. Ну, есть небольшие. Есть. Ну, гораздо меньше. Вот. Ну лучше. Inspired by worth, I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first, I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts, but something deep inside.